Приветствую, дорогие подписчики, даже зрители моего канала. Сегодня у нас монитор Samsung. Такая вот неисправность у него. Лампочка моргает. Она не хочет запускаться. Сейчас скрою, посмотрю, в чем проблема у него. Снял заднюю крышку, добрался до основной платы. Буду открывать, смотреть. Здесь уже оценил. Вот она, плата основная, у нас блок питания, с плата управления. Насоединил все шлейфы, разъемы. Сейчас сама основная плата. Ну, вот видно, в чем проблема у нас. Спухшие конденсаторы. Вот, три штуки их у нас здесь. Вот, возможно, это тоже емкость надо будет поменять, так как она находится возле радиатора. Так, ну, сетевая у нас по сети, входной сетевое напряжение нормальное. Вот, ну, сейчас вот эти емкости надо будет поменять. Так, выбил старый конденсатор. Спухшие вот они. Вот установил новые, другие. Ну, не новые, бэушные тоже, но в рабочем состоянии. Вот они, три штуки. Этот конденсатор менять не стал, так как он нормальный. Вот, ну, сейчас соберу обратно все на место. Установлю плату на штатное его место. Подсоединю шлейфы. Вот, если не забуду, покажу, как он разбирается. Хитро разбирается. Вот, относительно. Сейчас буду в обратной последовательности все делать. Соединю сначала плату. На место, вернее, установлю. Здесь вот есть специальные пазы. Все вот установилось хорошо. Сейчас докручу винтики. Присоединил все соединения, шлейфы и разъемы. Это у нас на подсветку идет. Это у нас на управление кнопками. Это сам шлейф один, который уже идет на ЖК составляющуюся. Сейчас установлю корпус обратно. Ну, почему-то он в обратном последовательности собран. Вот. Защелкивается вот на эти клипсы здесь, усаживается. Вот. Также разбирается. При помощи можно плоской отвертки, вот, отдевая здесь вот, аккуратно по всему периметру мы проходим и открываем корпус. Но это на момент демонтажа, если разбирать нужно монитор. Сейчас. И у нас фиксируется при помощи вот этого держателя. Вот так защелкиваем. И она у нас плотно сидит уже. Вот подал ток. Видно, что у нас монитор заработал. В ждущем режиме. Ждет присоединение, у нас уже не моргает. Пока все исправлено. Вот такой был мелкий, незначительный ремонт данного монитора. Имя, фамилия монитора я сейчас скажу. Вот его очень полные данные, если кому это вообще интересно. Вот. По-моему, 19 диагональ у данного монитора. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ну, установил тут, есть надписи, которые не должны мелькать в эфире, поэтому я закрыл при помощи перчатки. Вот. Всем удачи!